Тут, короче, всех обосрали, завуалировано. Илона Маскова пишет: Боря, у вас есть девушка? А Рында-то уже здесь. Илона Маскова? Илона, возможно, желает. Нет, у меня нет денег. Вот столько мы с ним трахались, чтобы выводить, да, Вов, чтобы вот, а там никто не... Я люблю драмы. Что? Ань, как тебе размер кувалды в этом видео? Я ж фригидная, какая мне разница? Друзья, еще раз, вот просто опытным глазом диагностировали. Почку. Я люблю драмы. Что? Фригидная для девчонок один из самых обидных ярлыков, Борь. Хотя, думаю, ты это понимаешь. Почку. Я надеюсь... Я люблю драмы. Что? Извини, Ред Тер просто в чате тоже не успокаивается. Ну, простите, не соответствую вашим ожиданиям. Я не, даже не знаю, поплачьте в уголке, ну что я могу вам так сказать она, еще? Вот пока хоть какого-нибудь нашего комментатора не похвалишь, что ты выхватываешь некоторые и всех ругаешь. Хоть кого-нибудь похвали. Не хочу. Я же говорю, фригидная баба. Ты вообще уже обалдевший? Ты обалдевший? Обалдевший. Что? Сейчас докажу тебе, что нет. Это не так доказывается. Ты меня достал. Чего ты думаешь, что ты чисто сексуальный подтекст в свой фригидный? Я тебя пока бью в шутку, но я уже близка к тому, чтобы от моей шутки в зубах у тебя были промежутки. Поэтому, Борис Александрович, что, давай. Что, у тебя рука холодная? Это от ярости. От ярости холодная рука. Я люблю драмы... Что? Я чувствую это. Мне просто хочется кое-какие две параллели проложить, так соединить два мнения о тебе взаимосвязано. Но у нас там Саусова используется, поэтому я не буду. Диана Москва пишет. Ладно, я буду выше этого. Привет, Анна и Борис. В 20:00... Выше этого у тебя не получится. Это правда. И только я могу стул повыше поднять, а ты пониже. Тогда я буду, наконец, выше тебя. Ну, не будем этого делать. Ну, у меня конец не настолько, насколько я выше тебя. Ой, Господь! Я, наконец, выше тебя. Я хочу просто, не знаю, что сделать, уже утопиться. Саш, и ничего, это начальник твой. Чего страдаешь? Я люблю драмы... Что? Идея, кстати, мне нравится, да, спасибо большое, Ирина. Кстати, вот здоровенько А и Б, а и Б сидели на трубе. Ну, в данном случае сидели на стриме. Я на трубе не сидел. Ну, подожди, а когда ты был подростком, ты не ходил на трубы, как все подростки? Мы пойдем на трубы. Ну, мы там не сидели. А что вы делали? Ну, ходили по трубам, это было. Ну, а сидеть на трубе, это же про этот, про велосипед без седла. Господи, вот тебе я не уверена, что мы зарплату выплатим в этом месяце. И насчет еды тоже, Борис, не уверена. Как-то вот не отрабатываешь ты, значит, свой хлеб. А ну, что? Я люблю драмы... Что? Вы представляете, как мы это потому, рады что читать такие комментарии. Я удав. Мое тотемное животное удав. Это не то, о чем ты подумала. Я об этом не подумала. Я хотела вспомнить какое-нибудь нервно возбудимое, вспыльчивое животное, но не вспомнила. Это любая мелкая собачка, которая на 90% такой, состоит из ярости. Такой крупный, что не ассоциируешься при всем желании с мелкой собачкой. Конечно, ты себя ассоциируешь. Тебя, ты очень я возбудимый. Удав. Какой ты удав? Дмитрий Норильский. Ты просто не пыталась меня возбуждать, вот я не возбуждался. Опять ты не о том подумала. Бочку. Я люблю драмы. Что? Где тут нерешительность? Ребят, ну попейте водички, елки-палки, от стакана отойдите. Попей водически. Что-то я правда разошелся. А мне нравится, когда ты такой. Так ты только что не нравилась. Нефригидный. Тебе только что не нравилось. Мне нравится. Я поменяла мнение. Продолжай.